Бинтование, ну давайте по поводу бинтования поговорим. Опять же, ну да, поближе. Я как бы сильно бинты не сматываю. На соревнованиях, вот на этих Украине, там, меня парень выводил. Саня, тебе отдельное спасибо за то, что ты меня выводил. Чек, в 7 утра ломился на мотоцикле через весь Киев, чтобы вывести незнакомого чувака. Я просто сматываю бинты. Он говорит, а сколько мы следующий подходим? Говорю, ну там столько-то, сколько-то. Да, Саня, не сматываю, сам сматываю. Ты сколько следующий? Ну 300 последний, крайне разминочный. А смотать бинты? Говорю, а зачем? Ты мне посмотрел. Говорю, ну, а что вы в Волчевске своем едите? Говорю, у нас завод есть, нам есть, ничего не надо. Ну, бинтование, опять же, кто как любит, какую намотку, жесткая, не жесткая. Я люблю жесткую намотку. У меня, видите, у меня еще стрение ноги такое удобное. У меня не как у многих лифтеров, только колбаса. У меня как карандашик, тут у меня больше витков получается. Самое простое, это, конечно, полосы. То есть, я вообще советую делать 4 витка. То есть, начинаем бинтоваться под коленом. Под коленом, мотаемся. Один виток. Но я делаю себе 3 витка, ну, лично мне комфортнее. Но раньше делал 4 витка. Просто у меня передавливаются связки, если сильно высоко бинт. Мне больно, некомфортно, я могу потянуть связку. Второй виток и третий виток. То есть мне этого достаточно. Дальше идет закрепляем. Третий виток. И опять же на пол бинта, ну, по полоскам легко ориентироваться. Пол бинта. Идем вниз. Под коленом и вверх. То есть и бинт затягивать старайтесь спереди, либо чуть сбоку, сзади, чтобы не было узла. Во-первых, достать тяжело, потому что когда приседаешь, он чуть сминается и некомфортно. Вот такая самая простая намотка. Самая-самая простая. Так. Если у вас есть машинка в зале, то вам вообще красота на тяжелых весах. Не надо будет мучиться, руки свои напрягать. Так, вторая намотка – это просто кресты, ну, грубо говоря. Вот сделали полосу, эту же самую, и бинтуйтесь крестами. Крестами. Когда кресты бывают красиво, смотришь, красиво, как елочки такие сделаны. То есть, ну, то же самое. Кресты, 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 кресты. То есть, удобно тоже. Как бы хорошо. Но опять же, я просто не сильно не вытягиваю, чтобы просто показать, чтобы удобнее было. Ну, это такие самые актуальные показываю. Опять же, у каждого додика своя методика. Кстати, по поводу приседа, наверное, все знают, да, самые большие результаты в приседе в абсолютках. Это Федерация IPF. Это Кристенсен, молодой норвег. 475 стал. Причем так достаточно легко. Ну, насколько по его движению можно смотреть. Может, ему там в душе было так нелегко. 475 стал в однослое, отхнул ниже, там в IPF от стойки отходит. А самый большой присед в продивизионе. Федерацию я не помню, честно. Это Йонас Рантанен, финн. 575 килограмм стал. Ну, параллель, опять же, параллель. Там, как всегда, на форумах и на всех этих пабликах. Он досел, он не досел. Ребята, это шоу. Мы когда смотрим рестлинг, мы же не говорим, вот, сейчас бы Тайсон их порвал там, или там, сейчас бы еще там кто-то бы их порвал. Ребята, это шоу. Профи, дивизион, в принципе, там, на Западе, это уже бы как шоу. Так, хорошая намотка, я раньше ей пользовался, вот. То есть мы мотаем сначала эти же самые 3 полосы, и дальше крест, кресты идут. Один крест сверху, один крест чуть ниже. Ну и дальше, насколько у вас уже хватит витков. То есть очень хорошая намотка тоже. Полосы закрепляют, а кресты уже добивают. И сейчас я покажу мою любимую намотку, в которой я всегда мотаюсь на максимальных весах. Это моя любимая намотка. Называется 2 полосы крест. Она моя самая любимая. То есть я мотаю полосу, полосу и крест. Опять же, это моя самая любимая намотка. Она мне самая оптимальная полоса, ну, я говорил про 3 витка, ну, тут чуть-чуть вытягиваю. Видите, зазор небольшой все-таки есть. И крест. То есть, ну, видите, эти бинты еще самому можно мотать. Индеровские. А сейчас, допустим, металлы считаются самыми лучшими. Опять же, это не реклама. Их самому уже тяжело намотать. То есть, нужны крепкие руки, или лучше 2 пары рук. Как бы по поводу бинтов я не советую, опять же, сильно заморачиваться.
вот там, в тех кто-то приседает, те лучше, а те хуже. Я же говорю, то есть Александр Кучер, наш известный, он вообще в обычных титаниумах приседал. Ну да, 2,5 метра, конечно, это про бинтами тоже 2,5 метра, они в IPF запрещены. Но человек в самых простых титаниумах приседал. Может, тогда лучше не было просто, я не знаю. Ну, сейчас на эти бинты никто не смотрит. Но тем не менее, человек 395-75 вставал, и ему было пофигу, в каких бинтах. То есть, кому как удобно, я же говорю, это есть помягче бинты, пожестче бинты. Ну, не заморачивайтесь, качайте мускулы, они встают.